Всем привет, доброе утро! Это неделя влогов на канале Twins Fun Life. И с вами Илюшка и Ванюшка. Илюшка и Ванюша, и я, Даша. Всем привет! Что у нас сегодня? Воскресенье. Мальчишки уже завтракают. На завтрак у нас сегодня спагетти и сосиски. И сейчас я доделаю чаек. Заварку уже налила. Сейчас нужно добавить только сахарок и кипяточек. И мы едем. Вчера сказала, что не будет. Нет, все-таки будет. Оказалось, что будет. Будет занятие у мистера Дуэта. Поэтому мы сейчас завтракаем, собираемся и едем на занятие к мистеру Дуэту. А что за опыт? Не знаю, посмотрим, что сегодня он предложит нам интересненького сделать. Да? Да. Ну все, всем, кому интересно, оставайтесь с нами. Вам хорошего дня. Эксперимент. Посмотрим, что там будет. Не знаю. Сюрприз. Все. Переключаемся. А что вы спите, наверное? Нет. А что? Приехали на занятия. Мы веселимся. До скольки? До утра или до поздней ночи? Ну, до утра, до 6 утра. Работа с молотками кипит у нас. Это да? Работа настоящих мастеров. Мальчишки, получается? Да. Да. У Илюхи он ранение первое получилось, да? Ну, чего ты расстраиваешься? Ничего страшного. Бывает. По пальцу ударил молотком? Ничего себе. Аккуратненько. Было больно, но я не Смотрите, какие мальчишки сделали сегодня у мистера Дуэта. Елки новогодние. Панно из гвоздей и ниток. Даже раскрасили их уже. Вот такое у нас творчество получилось. Ну, а мы сейчас едем на съемочку. Так, ребятки, мы уже дома, уже вернулись, пообедали. Сейчас убегаем на съемку. Нас позвали сегодня. Знакомые, правда, ну какая-то... Даже не знаю, что за съемка, у кого-то день рождения какой-то снимают видеосюрприз. Вот, и мальчишки там нужны, да? Так что у нас такой спонтанный. Да, еще спонтанный я согласилась, этот. Там не дают зарплату, но мы согласились потому, что нас бесплатно отвезут домой, и там мы будем на той съемке бесплатно. Ну, там есть какие-то пирожные и чай пить. Понятно, здорово. Ну, все, помчались, посмотрим, еще, что еще там. Еще круто, потому что там надо не чай... надо вот таким серьезным быть, а надо веселиться. За хлеб. Мы приехали. Значит, за хлеб. Концерт Холл Монтерей. Значит, за хлеб. Давай за хлеб, это ты когда за хлебом ходил, значит. Огни горят, красивые. Класс. Так. Мы пришли, приехали, а мы тут уже были когда-то, да, мальчишки? Батл тут был, да, по брейк-дансу. И там. А, да, тут много зеркал. Вашу маму и там, и тут передают, да? Я уже тут все забыл. Все, тут гном, да. Ну, да. Прикольный главик, да? Пошли, ты видел аквариум? Вон тут какой. Ага, я видел. Вот, пошли посмотрим на рыбок. Там еще есть такие которые я на брейк-дансе была. Желтый? Да. Хочешь покажу, видишь? Ага. А, да, такие же, как на брейк-дансе, только они там желтые, да? Ага. А тут они белые почему-то. Еще смотри. Ого, какой этот рыбосом, да? Выпало. Выпало. Такой огромный. Огромный? Ага, даже больше, чем на брейк-дансе. Смотри, какая. Даже Рыбало. Больше, чем на брейк-дансе. Такая форма интересная. О, аквариум. Вот такой изогнутый. О, я бы тут мог взять такой. О. Вам этот вот листик. Все, кидаем вам в жертву мою руку. Ой, я его могу обойнять. Привет, я меню. Видите, как тут красиво, да, мальчишки? А вы видели? Вот смотри, старая машинка печатная. Да там еще радио есть.
радио или патефон? Вон, граммофон, смотри. У нас сегодня рыбки. Какой-то прикольный. А ну, ставь рон. Очки с усами, да? Какие крутые. Дай вторую машину. Давай, давай. Все, я пошел. Дай мне вторую. Нет, это я уже одел. Так, мальчишки, вы готовы уже? А что такое? Мужики. Я не знаю. Что вам делать надо будет, уже рассказали? Нет. Вы тут сидите, типа такие взрослые, чай, кофе пьете, да? Какой чай, кофе? Конфеты наминаете? Да, можно конфеты есть. Круто. Ваня, украдай мой микрофон. Ой, вам петлички подключили, да? Что? У тебя тоже микрофончик, да, есть? Нет? Я после пака. Пойду сейчас, что к 5 часов. Он на этого одели, да? Очки. И с водой. Почти угадает. Тесты. А вот это вот... Человек остался один на острове, но у него с собой была величественная бутылочка. А человек грустный. Грустный. Но сердце у него, видишь, какое большое и полное. А Женя кричит, ура! Встал на воду. Пошел по воде. Это типа у него публика началась. Нет, кричит, ура! Ура! Дальше. Он, наверное, на шестом квадрате мы сейчас с вами делаем разделительную черту. А можно плотно сразу? Так, ну вот так, чтобы она была посередине. Я думаю, что вот здесь вот так. Это такая тут тоже. Сейчас я расскажу, что значит эта черта, которую я провожу. Отношение к себе. Вот у Жени занижено. А, подожди. Илюша. Илюша занижена самооценка. Видишь, чуть-чуть. Хотя подпись достаточно в центре. В центре, да, в принципе. Подпись. Но немножко занижена. Дальше. У Вани, наоборот, чуть-чуть завышена. Больше всего. Так, Женя. Давайте побыстрее. А что означало первое и второе? Первое и второе. Вот мальчиков сейчас. Экстраверт, интроверт. Ну, мальчики открытые. Да, они экстраверты. Потом у Вани, подожди, у Ильи творческий склад ума, у Вани больше математический. Но это уже он дорисовал здесь черту. Если нет черты, значит, он может на своем рисунке и Луну, и Солнце, как бы, ну вот, абстрактное мышление. Вот, крокодил, агрессия. А слон? Слон, это, опять же, таки, если внутри квадрата вот так вот. То это значит более закрытый человек. Если наружу, значит все эмоции, все наружу. Все не а можно сразу посмотреть? У меня же новое дело. Подожди. Четыре. Одна машина. Давайте репетицию. А стульчик сделаем? Можно? Смотрите, вы долго смотрите. 10 секунд смотрите. После этого, то есть я посчитаю. И после этого ты скажешь. Мы вышли со системы, тут он концерт где-то. Там, где когда у нас были соревнования по брейк-дансу. А тут тоже, наверное, соревнования. Наверное, конкурс какой-то, да. Какая группа? Танцуют. Восточные танцы, да? Так, ребятки, мы уже дома, приехали домой, и поскольку сейчас уже у нас начало 10, а мы только вернулись домой, а у мальчишек еще куча уроков, то мы на сегодня будем прощаться с вами, да, мальчишки? Ку-ку! Да. Ну и если вам понравилось наше видео, жмите пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Что ж, ребятки, желаем вам отличного настроения, веселых солнечных дней, хороших друзей, плодотворной вам творческой недели. Ну и мы вас целуем, любим. Пока-пока. Пока. Пока.